много их там. А ты из России? Я был в этом году в Крыму. Ну, у меня рост, ну, у меня мама там живет, ну, как бы, ну, родственник, тетя и мама сейчас там живет. В Партенике. Да. Но, честно говоря, я вот, ну, я был там с нуля до 20 лет, каждое лето проводил. А потом 15 лет как бы не был. Я вот в Партенит приехал, и реально, ну, ничего не изменилось. Единственное, что дома постарели, потрескались. Ничего не построили, там, по-моему. А так вообще, ну, как бы, мне кажется, какая-то вот эйфория там от присоединения к России, она просто проходит. Эйфории-то нету уже присоединения к России. Только, мне кажется, пенсионерам, да, там, военным, да. Поздравляю тебя. Так тебе не давай. Очень хорошо. Отлично. Пока. Пытайтесь с нами.